2 октября в соответствии с положением о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения, утвержденным постановлением правительства Республики Дагестан, была проведена комплексная проверка готовности системы оповещения населения в Каспийске. Система оповещения населения создается для своевременного доведения до населения сигнала оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Отметим, что региональная система оповещения представляет собой систему, обеспечивающую современное доведение сигналов и информации оповещения до пультов управления местных систем оповещения, а также управления переключением первого мультиплексора цифрового телерадиовещания. Ранее пресс-служба управления ГО ИЧС города Каспийска оповещала жителей города о проведении проверки, а также разъяснила правила действий в ходе ЧП. В эфире теле и радиоканалов транслируется информация в виде аудио и аудиовизуального сообщения, проводится проверка готовности системы оповещения населения. Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать. Включить телевизоры, любой общедоступный канал или радио и прослушать информационные сообщения. Отметим, что подобные мероприятия проводятся управлением ГО ИЧС ежегодно для правильной подготовки жителей города на случай чрезвычайных происшествий.